Здравствуйте, приветствую вас на канале Hard Reset Info. Сегодня я хотел бы вам показать, как сбросить настройки камеры на вашем устройстве Vivo Y20S. Для начала мы переходим в приложение камеры, далее справа сверху видим шестеренку, нажимаем на нее и пролистываем в самый низ. Здесь видим кнопку «Сбросить», нажимаем, подтверждаем. И как мы видим, настройки камеры были сброшены успешно. Ну а на этом у меня все. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, посещайте наш сайт hardreset.info. До скорых встреч!